чуть-чуть не получается довернуться. Не свернулся. Чуть-чуть. Давай, вот это именно последний. Разворачиваешься в сторону удара за мячом. Плечо вперед кидай. Что-то то ли рано, то ли поздно. Может быть, мои слова тебя сбили. Плечо, когда прыгаешь, плечо вперед, за ним все остальное пойдет. О, высоко схватил, поэтому у тебя остался. Внизу мячик касается, внизу. Внизу. Говори. Опаздывал немного, потом успел большим шагом к нему дойти. Но хлёстко не было. Да, зажал руку, я лопату ударил. За счет большого шага успел к мячу. Дойди. Пойдем, молодец. Вот таких мячей побольше. Дойди. Попал. Движение неплохое, кистью не попал. Не оценил, я чуть-чуть повыше кинул, ты пошел рано вперед. Я рано шаг сделал. Дойди. Далеко был. Опоздал. И старайся, когда я тебе мяч накатываю, в ту сторону в мою не принимай. Ты должен мяч принимать в свою половину. В центр принимай, всегда в мою половину. Сделал, да, действие, нападение, не убегай назад, иди. Ты когда будешь идти, ты будешь останавливать дыхание свое. А так ты, получается, сюда прибежал, прыгнул и назад побежал. Понимаешь, да? Я не убегаю, я стараюсь. Нет, назад после нападения. Ты бежишь. А. Работа грузчика у тебя идет. А. Понимаешь, о чем я? Ты не восстанавливаешься. После нападения, все, спокойно пошел назад. Мне кажется, я слишком широко зашел просто. Шагнул.